Возложили цветы сегодня к Вечному огню в мемориальном комплексе «Победа». Дань памяти героям отдали сотрудники прокуратуры и Следственного комитета. Вспомнить о тех, кто ценой огромных потерь и неимоверных усилий на фронтах и в тылу приближали День Победы, пришли ветераны, труженики тыла, вдовы участников военных действий и молодые сотрудники прокуратуры и следствия. Они возложили к Вечному огню цветы и почтили память павших минуты молчания. Я поздравляю ветеранов, которые еще живы. Помянем тех сегодня, которых уже нет с нами, и будем стоять насмерть за свою новую Россию.